Поддержка особенных детей. Социальный приют «Надежда» в очередной раз выиграл международный грант, призванный помочь детям-инвалидам. Этот проект написан совместно с храмом иконы Казанской Божьей Матери. Теперь на базе Макаровского монастыря в третий раз открылся православный лагерь для особенных детей. Какие события ждут их в этой смене, узнала Татьяна Дюфур. «Особый ребенок – дар Божий». Так называется проект, протягивающий руку помощи детям с физическими недугами. На этот раз в лагерную смену приняли 15 ребят с различными заболеваниями. Аутизм, детский церебральный паралич и солнечные люди, как ласково называют родившихся синдромом Дауна. Наша задача – укрепить детей и здоровьем, и создать им психологическую уверенность в своей необходимости и в том, что их любят. Эти чувства дают уверенность детям в жизни, наполняют их радостью, а для нас это первостепенные задачи и цели. Православный лагерь отличается от обычного оздоровительного. Здесь дети живут с родителями или близкими родственниками, потому что им нужен особый уход и внимание. Например, Ксюша Ульянова приезжает сюда с бабушкой уже в третий раз. Женщина, не сдерживая слез, говорит, этот лагерь положительно влияет на внучку. Мы очень довольны. Здесь такая обстановка, такие люди доброжелательные, это чудо. Вот даже дети вот между собой, они так дружат. В этом году, когда сказали, что она поедет, на Господи, как хорошо, бабушка, как я рада. Потому что красиво, хорошо, на новый платье. Смена длится всего 10 дней. За это время дети ходят на молебны, церковные службы. С ними работают коррекционные педагоги и психологи. Организаторы проекта уверены, что этот труд не напрасен. Благодаря православному лагерю дети быстрее адаптируются в обществе, и их жизнь приобретает новые краски. Татьяна Дюфур, Григорий Денисов. Наши новости.